Сочи приедут мастера цирковых жанров со всего мира. В субботу, 27 июня, всех желающих ждут на площади Южного мола Морпорта. В 10 часов оттуда начнется красочное шествие. Кавалькада с участием ростовых кукол, клоунов, жонглеров, цирковых оркестров пройдет по центральной набережной к сочинскому цирку. Там в 12:30 состоится торжественное открытие. Праздник на площади у цирка продолжится и в воскресенье. В 18 часов там стартует большое танцевальное шоу. Приглашаются все желающие. Конкурсные же программы в рамках премии будут проходить в сочинском цирке, летнем театре парка имени Фрунзе и в зимнем театре. Всего на участие в премии «Мастер» зарегистрировано 407 заявок, в том числе из Италии, Аргентины, Австралии, Швейцарии, Кубы, Мексики, Новой Зеландии и других стран. 1 июня завершилось зрительское голосование. Уже определены пятерки лидеров в 12 номинациях. Номер года, аттракцион года, цирковое шоу года, артист года, а также в конкурсе «Мастерок». Это смотр молодых артистов в области любительского циркового искусства. Торжественная церемония награждения состоится в сочинском цирке 30 июня.